Президент сказал, что другого пути нет, и победить пандемию мы можем только поставив прививку. В России вовсю идет массовая вакцинация от коронавируса. По всей стране действуют 2000 пунктов. Уже произведено 14,5 миллионов доз вакцины. Полный курс прошли свыше 5,5 миллионов россиян. Это почти 4% населения страны. Пока в России основной препарат гамковидвак, он же спутник Ви. Первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса. Она считается универсальной и защищает от новых штаммов коронавируса. Эпивак Корона, пептидная вакцина, состоит из искусственно синтезированных белков вируса, малоаллергенна и не требует сложного производства. Эпивак Корона безопасна для пожилых и людей, склонных к аллергиям, имеющих проблемы со здоровьем и иммунитетом. Третья вакцина Ковивак зарегистрирована в конце февраля этого года. И уже в марте начались первые поставки в регионы. Это классический тип вакцины. Она сделана из нейтрализованного вируса. Ковивак практически не вызывает поствакцинальных реакций. Кроме того, вакцина неприхотлива, ее легче хранить и транспортировать. И сейчас в России проводятся испытания еще двух вакцин. Одна из них совместная работа с китайскими фармацевтами, другая разработка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.